Третий новогодний тематический поезд запустили на Замоскворецкой линии московского метрополитена. Сегодня, 31 декабря, с новой станции Ховрино Замоскворецкой линии отправился третий новогодний поезд. Это тот самый праздничный состав, который впервые вышел на линию в преддверии прошлого Нового года и очень понравился пассажирам. Запуск поезда также приурочен к началу работы 207-й станции метрополитена Ховрино, сказали в пресс-службе метрополитена. В пресс-службе отметили, что по просьбам пассажиров дизайн поезда не претерпел существенных изменений. Главными элементами оформления остались красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки, а внутри мерцающие лампочки и гирлянды. Также для создания праздничной волшебной атмосферы в новогоднем составе будут звучать аудиопоздравления. Любители метрополитена порадует тот факт, что новогодний поезд – это один из двух уникальных составов типа ЕЖ-3, которые остались для работы в метрополитене после окончания эксплуатации данных типов поездов. Другой из них сохранен для участия в ежегодном параде ретро-поездов. Кроме того, московский метрополитен просит пассажиров бережно относиться к украшениям и игрушкам, развешанным в поезде, не портить и не забирать их домой. В прошлом году мы получили огромное количество положительных отзывов и благодарностей от наших пассажиров, которым понравился новогодний состав. Поэтому в канун этого Нового года мы решили вновь выпустить его на линию. В пресс-службе также отметили, что московский метрополитен подготовил для пассажиров большую праздничную программу. Так, с 28 декабря в переходе станции МЦК площадь Гагарина и метро Ленинский проспект начал работать каток из синтетического льда. На ледовой площадке размером 200 квадратных метров пассажиры смогут покататься на своих коньках или взять коньки на прокат, абсолютно бесплатно. На станции Воробьёвы горы для пассажиров открыта выставка ёлок. Также на всех стойках «Живое общение», метро и МЦК установили по два почтовых ящика. С помощью одного из них москвичи и гости столицы смогут отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг, а с помощью второго – родным и близким. Дорогие друзья, с новым 2018 годом! Счастья вам и вашим близким! С любовью, московский метрополитен!